памятник Ямлютину. 7 мая 2013 года в советском районе города Брянска состоялось торжественное открытие сквера имени Героя Советского Союза Дмитрия Ямлютина. На торжество были приглашены дочь Ямлютина, Гели Дмитриевна Толкачева, ветераны Великой Отечественной войны, делегация Навлинского района, откуда родом сам Дмитрий Ямлютин, представители общественных организаций и объединений. Сквер, в котором установлен бюст командира объединенных партизанских отрядов, расположен рядом с домом 10Б по проспекту Ленина. Напомним, с предложением увековечить память Ямлютина в бронзе выступили в 2011 году ветераны управления ФСБ России по Брянской области. Автором памятника стал Михаил Чирок, член Московского международного союза художников и объединения московских скульпторов.